Батя в стані! Спасибо за прием, очень-очень приятно, очень приятно услышать красивый, гарный спев дома. Какие у меня ощущения? Да никаких. Я спал полтора часа, когда мы летели сюда. После боя я еще не спал, ну так вот, эмоционально как-то. Я там ходил, что-то смотрел, кушал, пил, собирал сумки и летали туда-сюда. Очень хочется приехать домой, принять душ и вот так вот лечь и ножки вытянуть. Я был приятно удивлен. Мало того, что там большое количество наших соотечественников было, еще и много местных ребят меня поддерживало. Я прям был, думаю, ух ты, ничего себе. Кубок достаточно большой, мы его не рискнули брать с собой вручную клажу, потому что его бы не взяли. В багаж что-то не рискнули сдавать, потому что он мог где-то потеряться. И мои друзья его везут, мой кум его везет на машине. В Украину домой. Что дали? Отдых. Дали буду отдых, встреча с детьми. Я детей не видел полтора месяца. Слушайте, я очень соскучился за детками. И насколько можно побольше побыть с семьей. Браво! Спасибо! Земляк, а можно земляк выступать?